Друзья, в продажу поступит Mitsubishi Pajero 2008 года на дизельном моторе 3.2 мощностью 165 лошадиных сил. Коробка автоматическая на полном приводе. Автомобиль в очень хорошей комплектации. У автомобиля имеются противотуманные фары, обмыватель фар, основная оптика линзованная. Также в автомобиле установлены оригинальные диски Mitsubishi. Стоят неплохая резина на шипах, также установлены рейлинги, имеются повторители на зеркалах. В салоне автомобиля полностью тканевый салон. Оборудован автомобиль мультирулем, регулировка электроводительского сидения. Установлен автомобиль Вибаста, на случай сильных морозов помогает. Также стоят электрорегулировка зеркал, включение-выключение противотуманных фар передних, задних. Также установлена мультимедиа с бортовым компьютером. Стоит регулировка печки отопителя, подогрев заднего стекла, кондиционер, подогрев передних сидений, вентиляция передних сидений. Также есть переключение полного привода на задний привод, блокировки, два подстаканника. Также имеются 4 электростеклоподъемника, центральный замок для задних пассажиров, комфортное место. Также для задних пассажиров есть электрорегулировка печки отопителя. Также стоят электростеклоподъемники. Сверху установлена вентиляция. Автомобиль в родном окрасе, без ДТП, в хорошем техническом состоянии. Косметическим видом. Также этот автомобиль у нас синий местный.